Всем привет! Начинаем новый влог. У нас впереди выходные. У меня много планов на эти выходные, поэтому, надеюсь, будет интересно. Это мадам не хочет спать, поэтому мы пришли кататься на качелях. Да, Никась? Как высоко! Высоко-высоко-высоко! Высоко-высоко-высоко! Кстати, вон еще снег лежит. Такие прям нормальные кучки. Уже везде там все сухо, а тут вот еще кое-где снег лежит. Когда уже все растает. Вот здесь вот каток был зимой. Сейчас уже все растаяло. Бу-бу! Как Ника катается? У нас пятница. Артем занимается с машиной. Мы вот пришли с Никушей гулять, она уже там спит. В лес. Я уже выпила кофе, съела самсу, протеиновую вафельку. Сейчас у меня будет вот такое вот вкусное перекусище. Очень вкусный вот этот вот пломбир с печенькой. Мне прям нравится. Пришли в лес. Тут так грязно, конечно, но обожаю гулять в лесу. Деревья, правда, еще такие стоят унылые, серые. Еще даже трава не проглядывается. Достаточно грязно, конечно. Но я люблю гулять в лесу, люблю, где деревья, чтобы была такая зона. Тем более, когда Ника спит, это просто идеальное место для прогулки. Мало людей, тихо. В общем, буду гулять. Ника тут проснулась у меня. Катит свою коляску. Мы тут на аллейке гуляли. Сейчас пойдем уже кушать. Она не хочет сидеть в коляске, хочет вот так вот катить ее, да, Никош? Вот такая аллея сбоку дома. Удобно гулять, кстати. Не парковая зона, но погулять можно. Деревья тут тоже такие. В общем, прикольно. Сейчас дойдем. Потому что, вон, наверное, не знаю, сможет она дойти до подъезда или нет, на мой. До конца ли, до середины идти еще. Ну ты что встала? На машине смотришь. Ты смотришь на машинке? Ника. Ку-ку. Как Ника потопает? Приехал в Кусвилл. Не знаю, не могу я никак себя приучить, чтобы как-то делать какой-то один большой закуп. У меня вот закончилась еда, я заказала условно. Нам вот хочу сегодня приготовить на ужин или на обед. Скорее всего, ужин это уже будет такой картофель бэби заказала запечь в духовке. Также взяла сосиски вот эти Ники, они с хорошим составом, и ей нравится, она кушает. Взяла хлеб, у нас закончился в прошлый раз. Я брала такой, мне понравился. Вот эти вот яблочки вкусные, медовый хруст. Беру понемножку их, потому что мы не так часто их едим. У нас, в принципе, еще и бананы есть, поэтому вот два взяла. Я думаю, нам хватит до конца недели. Я тем более часто делаю всякие заказики во Вкусвилл. Взяла вот такой везде для стирки попробовать. Универсальный, миндальный. И курицу взяла охлажденную. Это голени такие. Буду их запекать вместе с картошечкой. Все. В приправах еще брокколи добавлю. Вот такой мини-закуп получился. Наверное, выходные, и все решили приехать, да? Никусь хорошо хоть спит. Сейчас выспится, будет глазеть. Правда, наверное, есть захочет. Булочку спит, смотри.
нашли какое-то кафе пельменное. Сейчас будем пытаться сесть тут покушать. Интерьерчик кафе. Ну так, цены, в общем-то, приемлемые. Такая полустоловка. Ника тут уже в ожидании еды потопала. Куда пошла, Никось? Никося! Такие крылья интересные. Вот такое тут меню, в принципе. Цены нормальные. Еще, кстати, здесь есть роллы. Роллы, поке, в общем, любая кухня. В принципе, вкусно. Это кто тут озорует? Ты тут маленькая озорника, но вот эти все бумажки пытаются скинуть. Нельзя так делать. Ах, ты озорнуха маленькая. Ты маленькая, ты кухня моя. Нельзя так делать. Ждем покушать. Ты уже кушать хочешь, да, Жанна? Ника будет кушать. Суп будет, Ника, кушать? Суп. Суп. Мне хочешь принести еду. Такой супчик, который мы уже заказали. Такие бургеры. Я сказала, что там даже чаек. Жанника поела на свинякова. С курицей, да. Так, ну что, запоминайте название. Достаточно бюджетное место и в целом вкусненько. Мы сейчас отправляемся. Хочу взять еще кофеечек себе и тринедельник с такими колонками. Сейчас интересно, модно ходить? Ну вот, поэтому будем гулять. Сегодня погода такая клевая. Мы, правда, так объелись. Ника, правда, так чуть-чуть что-то суп поклевала, но мы прям взяли эти бургеры, и вообще прям достаточно вкусно и сытно. Еще хочу тринедельничек с кофе. Красотишка. Фонтан еще не включили. Наверное, после 10 числа где-то примерно включат. Будет еще красивее. За тринедельничком и кофе. Очередь, конечно, но ладно, постоим. Так, взяла, короче, тринедельничек с нутеллой. Сие удовольствие 300 рублей. В общем, тесто намазано нутеллой, сахаром и корицей. Попробуем, насколько это будет вкусно. Мы дошли до какого-то рестомарчика. Какое интересное местечко. Типа фудкорта. Какой-то вот написано выставка, банкетный зал. Похоже, знаешь, на торговый центр вход. Это, наверное, какой-то типа фудкорт. И здесь тоже, наверное, да, фудкорт? Не знаю, для чего эта зона вот эта вот посередине. Тут сцена есть. Всякие такие мини-ресторанчики. Можно посидеть, заказать, что-то покушать. И там тоже всякие. Ну, типа фудкорта, наверное, то, что видишь, такого закрытого типа. Что вот это вот такое за забором? А, вон написано. Пошли посмотрим. А, тут просто типа вывеска. Это конная площадка. Вон написано, видишь, что конная площадка должна оставаться на лошадях, типа скачут, наверное, скачки. Даже набережную облагородили. Красивенько теперь стало. Такое солнце заходит. Мы идем ищем городскую ферму. Сейчас там проходили мимо, была лошадка, мне уж понравилось, но хотела ее все потрогать. Надеюсь, животные меня тоже впечатлят. Классно, короче, тут стало теперь. Очень даже. Здорово. Никош, у тебя танцы, что ли? Эти танцы падают.
Еще один рестомаркет. Наверное. Никусь, с тобой тут никто не поиграет. Пошли на детскую площадку к этому. Там тоже много детей, наверное. Да. О, Узбекистан отремонтируешь. Шли как раз посмотреть. Ремонтируют? А, да, вон стоит это заграждение. Но уже вверх. В прошлом году-то было вообще все закрыто. Прикольно, кстати, да, красиво. Еще один фудкорт. Фото в поинт. Фоточки можно сделать. Хочешь? Кстати, интересная такая вещица есть. Можно посмотреть, куда вам надо. И уже проложить себе маршрут. Потому что парк сейчас действительно очень огромный. Тут столько народу. Мы вот выставили одну очередь на качель. При Макдональдсе. Куча всяких площадок, всяких качелек разных. Детей вообще уйма. Никуш тут одна как Барни катается. До этого тут по 5 человек сидела. Ку-ку! Когда мама с папой устали, а Ника еще нет, да, Никуш? Поехали. Да, она хочет обойти коляску. Туда хочешь сесть? И сумки из моей будет потрясать. Что это сюда, скажи, поставили-то? На следующий день мы вышли на прогулку. Сегодня такой легкий будет размерный день. Сейчас хотим сходить покушать, взять мороженое в Макдональдсе, наверное. А потом погуляем в лесу, наверное, уже. Никуша спит, поэтому сегодня так на лайте решили никуда не ехать, просто погулять около дома. Сегодня у меня такой релакс-день у нас, семейный. Все выходные мы обычно просто гуляем, отдыхаем, вкусно кушаем, развлекаемся, в общем. На следующей неделе хочу замутить такую приличную генеральную уборку как раз перед Пасхой. Весна, в общем, все к этому идет, поэтому следующая неделя будет посвящена полностью уборке. У меня тут мороженка, кофе. Вышли на прогулку, Никуш спит. Сейчас идем в парк, кушать мороженку и гулять. Вкусно мороженка. А еще я решила больше не показывать свою еду, но я решила возобновить все это в телеграм-канале. У меня есть телеграм-канал, если вы не знали, в инфобоксе есть на него ссылка. Поэтому все мое питание, тренировки, все будет там. Подписывайтесь, будет интересно. Также буду добавлять туда всякие свои фишечки по уходу, что мне нравится. В общем, всякая такая девчачья рутинная тема будет в основном преимущественно там. Во влогах, конечно, я тоже буду многое показывать, но это будет в режиме реального времени, поэтому обязательно подписывайтесь. А еще я завела канал в Дзене, но пока я еще не решила, для какой такой он будет цели конкретной, пока я выкладываю просто короткие видосики там. Поэтому, если вам не сложно, то, конечно же, тоже подписывайтесь, а ссылочка будет в инфобоксе. Дошли до леса, сейчас погуляем здесь немножко, Никуш уже скоро проснется и пойдем домой. Идем сейчас уже в лес гулять. Погода такая странная, вроде бы 13 градусов, но достаточно прохладно, потому что пасмурно, солнышка нету. В общем, погуляем, пойдем потом домой обедать. С завтрашнего дня у меня начинается колоссальная уборка. Хочу прям конкретно прогенералить дома, плюс расхламиться так хорошо, повыкидывать какие-то вещи уже ненужные, повыставлять что-то на Авито,
В общем, хочется чистоты, минимализма и уюта. Поэтому оставайтесь со мной в следующих видео. Буду уже заканчивать это видео. Сегодня же ничего интересного не будет, поэтому всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте обязательно лайки. И до новых встреч!